Дорогие друзья, мы находимся на крыше общины Варна, это Приморье. Тут раньше были поддоны такие, можно было встать и снимать, иначе парапет мешает очень. И сегодня светит солнце, вот такая вот панорама открывается с общины, с Приморьи Варны на Варнинский залив. Вот такая красота. Перед нами открывается отель «Черное море». У общины 15 этажей, у Черного моря, ой, не знаю, где-то до 20, а там тоже обалденная панорама. Поднимемся мы и туда как-нибудь. Сейчас пока мы снимаем отсюда. Вот, видна центральная аллея, бульвар, Сливница, ведущий к морю. До моря метров 150-200. Вот такой вот прекрасный вид открывается. Виден морвокзал, пристанище Варна вдалеке. Вот я нашел себе нишу между парапетом, и нам открывается вид на отель «Черное море» и Варнинскую бухту. Вот такой как бойница я тут устроился. Виден бульвар Сливница, ведущий к морю. Вон круглая крыша фестивального комплекса «Фейка», как говорят болгары. Вот такой вот прекрасный вид с общины Варна. Приморье, горсовет Варны. Я был здесь по делам и по возможности поднялся наверх. Раньше здесь внутри было кафе, я забыл, как оно называлось. Сейчас его нету. Там был такой советский дизайн, круглые столики, ковшеобразные кресла, круглые столики со скатертью и со стеклом сверху. Фотографии Варны, на стенах развешаны цены, как в оптовом магазине. Чай стоил 80 бань, кофе стоило, сейчас я вам скажу, рубль, один лей кофе, полею, чай 80, кофе один лей, сейчас такого нету, только остался ресторан, но я туда не попал еще, ну как, это ресторан, такая продвинутая столовая, там тоже, говорят, дешевые цены, надо будет как-нибудь по возможности попасть и туда. С репортажем. Вот такой вот красивый вид открывается с общины Варна. Можем еще приблизить камеру и рассмотреть. А, все, это предел моего фокуса. На 18.55. Вот отель «Черное море». Вот откуда мы снимали. Вот, видите. Вот выше, выше уже некуда. Выше могут подняться только работники общины. Еще немножко панорамы, я подошел близко к парапету. Вот видны вдалеке корабли на рейде. Дворец спорта виден. Варнинская бухта. Красивые облака. Сегодня 18-20 градусов, наверное, уже 20. Легкий ветерок. Теплый ветерок. Вон виден квартал Галата, район Галата. Моста не видно, Аспарухова. Пристань Варна. Случаем хочу вам поснимать через окно общины. Я не знаю, как тут насчет фокуса, потому что, возможно, Сонька поймает окно, а не дальние объекты. Вот такой вид открывается
с 14 этажа предпоследнего с примарии Варна, община Варна, на Варнинскую бухту. Залив, вот, отель «Черное море», Варнинский хит. Много встреч назначается, где «Духотел», «Черное море» и «Фейка», фестивальный комплекс. Отель «Черное море». И бульвар «Сливница» внизу. Вот с 14 этажа вид. Не знаю, что с фокусом, потому что не видно в дисплее ничего. Снова немножко вида на Варну, с общины Варна. За нашей спиной море. Это вот такой вид открывается на город с 14 этажа, это с другого окошка. Вот такая вот панорама. Тут и дрон не нужен. Вот такие вот дома, такая архитектура в Варне. Сегодня 9 октября 2017 года.